18 января 2023 года. Вот такой хороший снег у нас выпал вчера вечером. Можно даже снежок слепить. Но, между прочим, снег был. Вчера вечером начался. Ну и сегодня утром уже все закончилось. Сколько тут выпало, я не знаю, сантиметра 3-4, может быть, не больше. Ну и вот на дороге снег нигде не лежит, потому что дороги соленые, а вообще температура плюсовая. Поэтому снег лежит только на деревьях, на траве, на легковых машинах. То есть те вещи и предметы, которые успели остыть и замерзнуть. А на асфальте он не лежит, потому что мороза не было. Ну и, конечно же, у нас тут сразу все это посыпают солью обильно. Деревья красивые, белые. Сколько снег тут пролежит, не знаю. День, два, три. В общем, будет, если мороз, то снег еще ляжет. Ну а если мороза не будет, он растает. Вот весь кустарник белый. Ну да. Больше, к сожалению, ничего умного сказать не могу. Ну и, конечно же, тут сразу все тротуары тут посыпают. И солью, и щебенкой мелкой. Люди тут даже на велосипедах ездят. И упасть не боятся. Вон там еще один едет велосипедист. Забор. Забор вот это вот такая крупная ячейка. Такие заборы обычно ставят от животных. Чуть велосипедист меня не сбил. Ну дела. А вот здесь вот кто-то проехал напрямую. След видать на велосипеде. Но вот тоже красиво. Ветки повисли. Можно под дерево залезть и ветки потрясти. Будет очень весело. Ну да, как я уже сказал, снег лежит, конечно, прежде всего на траве, а на асфальте его почти нету. Конец.